Выбирая растения для живой изгороди, нередко мы сталкиваемся с проблемой, что необходимо растение максимально живучее, которое будет выживать в городских условиях без дополнительного ухода. Таким растением является самшит или буксус широколистный. Данный вид буксуса отличается тем, что он более пышный и у него более широкий лист. Вот как вы видите, лист широкий и не сильно длинный. У узколистного буксуса гонят побеги вверх, и он не такой пышный. Мы выстригаем шары, сферы, которые можно использовать как в виде живой изгороди, посадив один возле другого, так и сам по себе он красивый. И можно сделать из него сферу и посадить в кашпо или в какую-нибудь катку. Данное растение будет выживать практически без ухода, за исключением только полива, который необходим, периодический полив, но не такой, как, скажем, это нужно для туи или для кипарисов. Покупайте буксус широколистный, шаровидный на сайте Plantium.de.